кто-то изначально так устроен, что он хочет развивать свое дело. И какой-то процент всегда такой, таких есть среди вас. Я надеюсь, вот эти вот тренинги помогут вам научиться формировать свое дело. Участвовать разные факультеты, в том числе и гуманитарные, естественно, научные, и экономисты, потому что это немножко другой пласт знаний для того, чтобы они смогли открыть свое дело и немножко понимали, как устроен предприниматель, как у него мозги работают. Мы с вами будем говорить про технологическое предпринимательство. Это немножко, наверное, новый подход будет для многих. И если кто-то думает, что какой ужас, какое технологическое предпринимательство, я же вообще ничего в этом не понимаю, то, возможно, мне удастся вас сегодня в этом разубедить, и вы захотите себя в этом попробовать. По итогам сегодняшнего тренинга будут отобраны две команды, которые будут приглашены на хакатон. На хакатоне уже будут более такие, конкретные, упакованные, что ли, знания о том, как открыть уже свой стартап. И есть у нас еще стартап-студия. Стартап-студия уже помогает студентам вот создать такие свои мини-коллективы творческие, технологические, которые могут дальше развивать свой малый бизнес.